Телеканал «Эфир-24» представляет сериалы для настроения. Настоящие амазонки? Утерли мужикам нос? И для логики. Если очень много места отводить в голове для лишней информации, не останется места на логическое мышление. Кино для улыбок. И для драйва. Как мы пройдем через охрану? Передачи для знаний. Ключ шифрования сам по себе угадать невозможно. И для обсуждений. Мне было 3 года. Я тогда еще не все буквы выговаривал. Кричал «Пугачева, Пугачева». Мультфильмы для самых главных. Веришь, что будет? От поклонников проходу нет. Просто не знаю, что делать. И сказки для добрых сновидений. А сколько у нашего народа сложено былин, сказаний и, конечно, сказок. Телеканал «Эфир-24». С вами и для вас.